Трамваями сегодня никого не удивишь, но вот этот экземпляр точно нигде не увидишь. Такие ходили в Саратове до революции. Это макет. На предприятии «Горэлектротранс» есть еще масса всего интересного. На экскурсию по закрытому объекту в эту субботу приглашает бюро нескучных выходных. Вообще у нас в Саратове особое отношение к электротранспорту. Кто-то его либо очень сильно любит, либо очень ненавидит. Вот. Но я думаю, что ни те, ни другие не знают, как же устроено депо изнутри, во сколько нам обходится ремонт, как ремонтируются вагоны, сколько они стоят и как достаются. И вообще, в принципе, историю трамваев и троллейбусов у нас в Саратове. Ну, конечно, главное событие этих выходных – приезд в город Деда Мороза со Снегурочкой. Их саратовская резиденция уже готова. Домик Деда Мороза откроется в воскресенье на Театральной площади в 12 часов. Здесь можно будет получать подарки за стихи и песни, и это еще не все сюрпризы. Дед Мороз со Снегурочкой у нас проедут таким большим сказочным парадом по проспекту Кирова. Примерно одновременно стартует парад и стартует сказка. И в определенный сказочный момент, в тот, когда будут все ждать и звать Дедушку Мороза, он появится со своей волшебной свитой и разрушит злые чары. И обязательно наступит Новый год и зажжется новогодняя елка на Театральной площади. Рекомендую заглянуть и в кинотеатр. К последним выходным года создатели, конечно, подготовили не одну премьеру. К примеру, российская комедия «Мамы 3». И, наверное, особенно ожидаемый «Елки 1914». Ведь в этом фильме зрители смогут увидеть себя. Первую финальную сцену снимали в том числе и в Саратове. Где там тебя показывают? Где? Время стихов и снов. Тихо под Москвой. Хороших выходных. Дверь постучит.